Всем огромное здрасте на нашем семейном канале. Я сейчас еду за Вовой. Он у меня сегодня уже отработал. У нас суббота. Сейчас у нас планы, что съездим в русский магазин, в продуктовый магазин и в магазин, где у нас продается мебель. Так как нам надо немножко квартирку нашу обновить, сделать все красиво, чтобы было все свежо, аккуратно все. Хотим посмотреть, есть там шторы, какая-то декорация. Если будет возможность, я вам немножко сниму в магазине. Сейчас на данный момент я вам показываю наши дороги в Германии. На улице у нас очень холодно, 8 градусов у нас сегодня, но будет еще холоднее. Вот на недельке должны стать холода, минусовая температура, опять минус 12. Но мы смотрим вперед с улыбкой. Здесь у нас раньше были русские хаймы. Вот дома, где сейчас разукрашенные. Здесь раньше жили русские люди, поздние переселенцы. Здесь у нас магазин Lidl. Он у нас с понедельник по субботам работает с 7 утра до 8 вечера. У нас нету так, что круглосуточно у нас все открыто. И сейчас поеду к Вове. Такие у нас дороги в Германии, в нашем городе Байройт. Вот где вы сейчас увидите двоечку, это у нас стоматология. Здесь у нас зубы делают. Здесь уже у нас следующий магазин, такой маленький комплекс. Тут у нас Эдека, Пикерайка и Шпаркасса. Здесь уже и Вова стоит, сейчас заберем и поедем дальше. Вот наша собачья семейка, Дезик со своим Диком. Целуются. Ой! На спинку развалился. Вот так вот он сейчас любит у нас лежать на спинке. Развалится. У него сейчас уже глазки открыты. Сейчас он уже интересненький становится такой. Носик у него меняется. Если вы видите, видите черные точки, то он весь розовенький-розовенький был. А сейчас уже меняется потихоньку. Детям, конечно, очень большая радость смотреть, как он растет, как он дальше продвигается. Сейчас уже начинает ползти потихоньку. Дезик его все лижет и лижет, чтобы был чистенький. Вот такое вот у нас счастье. Конечно, это счастье. Пополнение нашей семейки. Еще один член добавился. Член семьи, самый маленький. Ой, зевает. Скажи, мама меня моет, у меня все хорошо. Она его сама кормит, мы его даже не подкармливаем. Вчера мы его взвешили. 840 грамм он. Это для 20 дней очень хорошо. Он, конечно, крупненький у нас, так как он у нас один был, но мы не можем ни в чем, как сказать, не нуждаться, так как он очень хорошо вес прибавлял. И все хорошо. Сейчас пошел кушать. Сейчас пойдет кушать. Вот так вот они у нас. У них тут в комнате тепло, уютно.
Вот такой вот у нас маленький Дик. Сейчас она позицию найдет, чтобы ей было удобно, и она его будет кормить. Итак, мы теперь пришли домой. Сейчас я вам покажу наш... Дорогие друзья, мы сейчас пришли уже домой. Сейчас я вам покажу нашу распаковку из магазина Kaufland и также из мебельного магазина, что мы там купили. В мебельном магазине мы декор для ванны купили. В Кауфланде мы закупились. И также я там зашла в аптеку и в магазин Атака. Сейчас с вами поделюсь. В магазине Kaufland мы купили вот такие вот яблоки, 2 килограмма, вот такой вот ящик продавался, мы взяли. И сейчас еще другую распаковку я вам покажу. Это вот другая вся распаковка, сейчас по подробности я вам покажу. Здесь я взяла 2 бутылки вот такого соуса мариновать, помидорчики, вишню взяла. 2 Зюскиршн, 1 банку Кайзеркиршн, потом средство, чтобы белье мы стирать. Потом взяла вот такой вот, первый раз хочу попробовать диван с пятнами вывести. Потом вот молоко, 3 бутылки мы взяли, картошку взяли, тыкву взяли, лук-пюре взяли. Кальраби, 2 цукини мы взяли, свежие дрожжи, хлеб, кальраби, моцарелла 3 пачки, вот такой вот чай мы берем, это на травах, это для сна, потом вот такие вот колбаски, масло, это без соли, а это с соли. Потом для Дейзика мы взяли вот такие вот паштеты, так как она сейчас дико кормит, ей надо все брать для маленьких, для щенков, везде, где стоит юниор. Она вот у нас вот это распробовала, сейчас берем вот такие вот баночки ей. Это у нас сметана, потом взяли мороженое разные, это пломбир, тут такие вот шарики. Это такие вафельные, это тоже пломбир вафельные. Вот еще пломбир новый вышел, взяли. Потом ананас, максики, пингвины, актимель банановый ванильный. Вот такое вот масло, это с приправами и с чесноком. И патроны для компьютера, для друкера. Эта покупка нам обошлась 103 евро и 28 копеек. Все очень подорожало, мы очень это заметили в этот раз. Вот, например, на вот колбаски эти вот неделю назад еще стоили 4,99, а сейчас уже 5,49. Уже, конечно, заметно. Вот это вот была наша покупка в магазине Kaufland. Сейчас я вам еще покажу, что я купила в мебельном магазине за декор для ванны. И из Така, и из аптеки я вам еще покажу быстренько все. Оставайтесь с нами. Итак, я взяла вот такой вот сок от температуры для Миланы и для Ильяны с Ланой. И сок от кашля. Здесь все по-украински написано. Тут они мне такую маленькую историю рассказали, что вот немецкие таблетки уже в Германию. А это была партия одна для Украины. Оно из прохождения из Испании. Ну, одна партия попадала в Германию. И так они вот это продают сейчас в Германии. Тут, конечно, как видно, все по-украински написано. Но я сказала, мне не надо перевод немецкий, так как это можно прочитать, там, может быть, какие-то слова по-другому, но можно сказать, большинством все одинаково. Вот это вот было из аптеки, и сейчас еще покажу Така и мебельный магазин.
мебельный называется SB Möbel Boss. Он у нас в городе. И за все я заплатила 42 евро 96 копеек. Итак, я купила вот такой вот кораблик. Подождите, сделаем побольше. Вот такой вот кораблик. Он снизу с подсветкой. Мне понравились тут вот такие вот ракушки всякие. Хочу украсить ванну немножко. Потом вот такая вот бутылочка с ракушками для жидкого мыла. Вот такая вот бутылочка. И вот такая вот бутылочка, тоже тут ракушки, внутри песок и тоже с подсветкой. Вот оно включается как пробка. И вот такую вот корзиночку купила, чтобы все складывать. В магазине Така я взяла себе одну вот такую вот футболочку. Потом одну вот такую вот футболочку. Подожди, Ланочка. Вот такую вот футболочку. Ой. Вот такая вот кремовый цвет. И вот такая вот. Здесь у нас Ланочка. Лана, помаши всем ручкой. Тут у нас Милана. Они как раз смотрят Маша и Медведь. Завтра уже будем нашу елочку опять упаковывать на следующий год. Там Дейзи клает. Ну и над этим я хочу с вами попрощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, будем очень рады. И до новых встреч в новом влоге. Всем пока-пока!